Всем привет! Я в магазине «Светофор», город Орск, район ТЗБ, торгово-закупочной базы. Открылся у нас новый магазин. И вот давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Нити традиции. Наши традиции. Перемотная, весовая, полушерстяная. Пряжа для ручного вязания. 400 метров. 60% пан, 40% шерсть. Разные цвета. Вот такая нитка толстая, не тонкая. Есть белая. И такая. 250 грамм. 151,60. Пледы Белсофт. Размер 1,5. Спальная. 150 на 200. Большой, хороший размер. Разные расцветки. 282,90. Состав 100% полиэстер. Леггинсы, по-моему. И все-таки это, по-моему, кальсоны мужские. Именно вот этот размер 48 и с начесиком. А вот это вот никаких нет этикеток. Значит, вот это, наверное, леггинсы. Стоит 256 рублей, а кальсоны 256. Перчатки зимний Алтай, морозка, хлопок 30%, шерсть 30% и 40 акрил. Так, бесценные. Нет ценника. Трусы. Именно эти 2XL. Состав 100% хлопок. Здесь разные. Разные. И 3XL даже. Что ж такое? Нигде цен нету. А это что такое? А это какая-то блузка. Не знаю, нет цен. Нашла 75,50. Корзины для белья. Такие белые, белоснежные. Но они всегда здесь есть. 40 литров, 284 рубля. Они такие вместительные. Банка для сыпучих. 1 литр овальная. 49,50. Машины. Пикап «Тундра». 399,50. Твистер. Игра, которая завязывает тебя в узел. Надо же. От 6 лет. 165,50. 270/60. Веселая стройка, конструктор. 400 штук здесь деталей. 383 рубля. 300 на 280 миллиметров. Кукла принцесса с огромными глазами. 969 рублей. 37,5 сантиметров. Подвижная. Кроватка для кукол 48 на 30 и 25 сантиметров. 194,90. Студия волшебства. Набор для лепки. $377,90. Масса для лепки 5,6 цветов. Формочка. Вернее, формочки. Еще один набор для лепки. Играй и развивайся. Яркие цвета. Формочки с любимыми персонажами. Микки Маус. Цена, наверное, такая же. Бокальчики белые. Опаловое стекло, по-моему. 57,90. 300 миллилитров.
Кастрюли эмулированные. Как раз сейчас для холодца нужны 9 литров. 557,50. Утюг. $420,50. Кресло. 1833,90. Иду в холодильник. Итак, хочу вам показать рыбку, которая мне очень понравилась. Я брала довольно. Вот шхуна, филе с кожей, сельдь в масле, слабосоленая. Рыбка ароматная, просто отличная. Берите 113,50, 500 грамм. Конечно, это не очень дешево, но зато рыбка очень и очень вкусная. Без косточек, отличная рыбка. Коктейль морской. Без усилителя вкуса. 152,90, 360 грамм в рассоле. Много различного мяса, колбасы. Купеческая колбаса высший сорт, в вакуумной упаковке, то есть 3 штуки. Вот эти 3 штуки на 180 рублей, я так понимаю, 288 грамм. А не, 626 грамм на 180 рублей. А колбаса сырокопченая написано. Краковская традиционная, 400 грамм черкизово. Тоже не брала, не знаю. Пишите, кто брал. 79,90. Наверное, вот это вот полукольцо такое, наверное, стоит 79,90. Там 400 грамм. Сейчас хочу взять вот такое молочко, ни разу не брала. Терем 39,90. Это 2,5 к жирности, а 3,2 40,90. Вот такое молочко. Надо взять 2,5, 2 штуки. Крабовое мясо. Тоже не знаю, хороший или нет. Здесь и палочки есть, и мясо. Мясо 22,50, 200 грамм. А палочки 200 грамм, 22 просто. Креветки. 1 килограмм, 192,50. Мерединка, крем-шоколад есть. Есть крем-сливки. Тут работают. Скрипят, ничего не слышно мне. 10 штук, 360 грамм. Сделано в России. И сейчас состав. Так, сейчас найду. Это крем-сливки. А это крем-брюле. 63,90. Печеньки, рыбки, мальки даже, крекер. 36 рублей, 500 грамм. Тоже сейчас возьму. Чай. Смотрите, с малиной, с земляникой. Лесные ягоды вот здесь. Большая упаковка. 24,50. 50 пачек там. А малинка то же самое. И еще есть с ароматом лимона. Ветчина к завтраку, 100% натуральный продукт. 61,90, 325 грамм. Мясо цыпленка в собственном соку, 325 грамм. 28,50. Каша овсяная. Яблоко. Здесь только яблоко. Я вижу 23,50. 0,400 грамм. И рис. Круглозерновой. Увелка. 46,90. 80 грамм, по-моему.
Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.